он их был, уже выжил. Что будет дальше, не знаю. У нас в доме вот 12 человек живет. Сегодня приехал еще один из Польши. Приехал в Польшу, пришел, рыши закончилось, приехал. Сегодня ночью до нас прилетело там квадрат. 10 метров воронка. Никто ничего не знает. Мы прожили минуту, слава Богу. Проснулися утром, слава Богу. Ой, я пока в подвале живу. Пока в подвале живу. Мамка с батей почти не ходячие. Ну, я им дрова, воду, ну, рядышком. Рядышком. Да и прилеты бывают тоже, оно страшновато. Ну, так вот мы, вот год уже. Ну, моя печка. Дрова, печка, вот тут все готовили. Вот это была квартира. О. Вот этот дом 27-го года строения. Пережил Великую Отечественную войну. Идеально было жить. И три ракеты прилетело. Це годину? Так. Самый лучший в цьому регіоні. Посмотрите, це у кухні. Сыновья мои, видите? А де ваш син, покажите? Оба, вот, внизу, вот, два, вот. А як звати ваших синів? Алекс одного зовут, а второго Саша. А меня Саша. Нормальная квартира, но без тепла, без воды, без туалета, без ничего. Вот. Собаки, котов, как кормим он всех с этого, с региона. Тоже, дякую, дякую. Я без, что бы я без вас робил? Добрый день. Благодарность, спасибо. Не забывают нас. Привет, Донбасс.